являюсь концертмейстером оркестра русских народных инструментов Слуцкой детской школы искусств. Я хочу выразить слова благодарности всем организаторам этого замечательного фестиваля-конкурса, международному жюри, высококвалифицированному, которое высоко и достойно оценило наше искусство. И хочется надеяться, что когда пройдет эта пандемия, что мы приедем в вашу замечательную страну, на ваш конкурс и насладимся общениями друг с другом. Вітаю вас, поважане компетентне жюри і організатори фестивалю Інна Бровери. От всей души хочу подякать за такую отзнаку моей вокальной творчести. Я отримал гран-при, я был на сьомом небе от счастья. И это почуття подохвочивая працавать еще больше и еще легче. Вы робите добрую справу, дарите детям велизарную радость. Жадаю вам поспехов, мощного здоровья, а фестивалю дальнейшего розквіту. Великий вам дякуй! Я очень рада, что поучаствовала в 5-м международном фестивале конкурса «Інна Бровери». Хочется поблагодарить жюри за то, что они поставили мне такие высокие оценки, и этого результата не было бы без моих любимых учителей. Особая благодарность моей учительнице Цапелкиной Наталье Леонидовне. Она мне рассказала то, что взнос участников переходит на благотворительность. И это на самом деле очень хорошо помогать другим. А также я хочу поблагодарить своего концертмейстера Пихтерёву Наталью Фёдоровну за то, что она мне помогала и терпела.